Ну, не то, что холодно. Лапа-то может дрожить. Мне тупо неудобный тяжелый пакет. Привет, зритель. Я по этой дороге раньше ходила в школу, не в школу, еще куда-то. Очень давно здесь не была. Обратно сейчас иду вот по этой же дороге сюда шла с подругой. Посвящается ролик. Нет, на самом деле, привет всем чувакам, которых бомбит от того, что я не подождала больше 3 минут на своем предыдущем стриме. И они все бегут за мной 3 квартала, чтобы сказать, как я им безразлично написать всякую фигню, что им так не нравится мой канал, что они на меня подписываются, чтобы хейтить. Это на ту тему, что дело-то было чисто, что никого не было в чате. Стримы же созданы с открытым чатом для того, чтобы туда писали люди. Но у меня мысля делать стримы без чата, с наплевательским отношением к тем, кто так бомбит у меня в комментах последнюю неделю. Это Бирюзовая роща. И привет тем, кого бомбит от того, что камера у меня трясется, телефонная. Сегодня доставили мой штатив, но так как от Озона перестали приходить смски о том, что заказ не в базе выдачи, а приходит только на e-mail. Уже 3 или 4 раз. А у меня в гостях был человек, с которым я давно не виделась. Вообще, с которой я давно не виделась. А в реале, то... И вообще, она у меня давно не была. 3 месяца точно. Короче, я завтра поеду на велике за этим штативом и моноподом. И сделаю даже обзор. Еще привет тем, кто достает меня анонимно в АСКФМе по поводу вопроса относительно девушки моего друга. Мадока, что ли? Ну и по поводу того, что свой микрофон я обозревала в стиле, как если бы мне его кто-то задонатил. Если вас так бомбит от такого формата, то и пусть дальше бомбит. Пока!